Привет, девчонки! У нас сегодня двойная коррекция. Она будет не менее интересна, как все остальные мои видео. Да, сам себя не похвалишь, как оплеванный стоишь. Так вот, все хорошо. Наконец-то у этой девчонки все держится. Она приходит ко мне регулярно. Спасибо ей за это каждые 3 недели. И это, по-моему, одна единственная, которая вот такая вот ответственная. Спасибо тебе, Ира. Так вот, снимаем материал. Хоть и отслоек вообще нету, но я снимаю практически 90% материала, потому что ногти вверх растущие, и мне надо, естественно, опять намалевать вот апекс, и для этого я убираю почти весь материал. Кстати, был у меня такой инцидент с этой белой краской, которую рисовала я, вот эти вот бугры, да, сугробы. Делала клиентке тоже типа этого, там шапочку мы делали новогоднюю. И буквально на следующий день написала, что белый краска, а не просух, да, и я ее выкинула. У меня была от Космопрофи, и я какого-то перепуга ее выкинула. Но до этого я этой же краской делала и френч, и вот ей. И все прекрасно, так что краска от перепуга у меня в мусорке. Слава богу, у меня есть 1500 других, но, короче, выкинула я. Не знаю, почему, как-то получилось. Кстати, хотела поменять свои лампы. Что-то там говорят, что надо менять их типа раз в год. Но у меня очень мало клиентов. И все-таки просыхает все. И я подумываю, нет. Пока я не понимаю, когда лампа у меня типа, ну типа, как оно там, ну вышло из строя. Пока все хорошо. Я просто их меняю, не знаю зачем. Так вот, переходим мы, короче. Этой девушке я делаю базу от Тюль Фин. Кстати, если есть такое желание, я могу впихивать в свои видео фото материалов, которыми я пользуюсь. Может быть, так будет интереснее. В этот раз я забыла, но если вам это именно нужно, пожалуйста, напишите, я буду вставлять. Все как всегда, сделала опил. И тут, кстати, я использую тот красный лак, который замешивала в том видео. Я говорила, что у меня после того, как я его замешала, он у меня пошел, причем он был просто в палитре, я не прилагала его. Они просто из красных, да, там как раз был новогодний этот период, из красных выбирали вот этот, именно этот цвет. И тут мы делаем такой быстренький дизайн зайчика. И я решила, чтобы более эти ушки были видны или более это сделать интересно, покрасить это все белой краской. По-моему, это белая краска от Beauty Lux. Хорошая такая красочка, просыхает прекрасненько. А ту я выкинула. Кстати, может быть, вот это им, которая не высох, это был Космопрофи, а вот этот, который высох, это все-таки был Beauty Lux. Но я уже ее выкинула, поэтому уже пофиг, да? Ну и так, чтобы было интересно, поставим серебряный носик. Все. И на этом все. Дизайн получился обалденный, красивый, шикарный. Такой даже очень носибельный. Кстати, его можно сделать и на Пасху зайчиком, да. Ноготочки вернулись, все шикарно, все хорошо. Слава тебе, Боже, вообще такая довольная, что наконец-то у нее все держится. Вот эта база Jelly Fin просто было мое спасение. И я активно использую полигель от Jelly Fin. Кстати, показывала, что я купила у них целую тонну, и у меня они потихоньку расходятся. Просто вообще перешла на полигель. Кстати, многие пишут, что полигель, ну, типа, сложно опилить. Ну, типа, нужен опил, да? А гелем можно выложить без опила. Но могу сказать, что я могу прекрасненько выложить так полигель, что там практически опил и не нужен. Да, я опиливаю. То, что мне так легче, где-нигде, может быть, не заметить, что какой-то бугорок вылез. Но я беру просто, после того, как выложила полигель, смачиваю кисточку и прям прохожу по поверхности. И она получается просто идеально ровная, да. И мне что нравится в полигеле, что я знаю, что 100% у меня не затекет этот гель вот в эти боковые валики. Допустим, с этой девушкой это была проблемка, потому что такие валики хорошенькие, торчущие. Тут я использую дегидратор и праймер, этот айсид праймер, который с кислотный праймер. Длину буду убирать попозже. По-моему, я забыла. Вот безымянный я его отрезала фрезой, а все остальные забыла. Но это даже мне и на помощь, потому что так легче потом выпилить из-под ноготка. Кстати,
Из-под ноготка, из-под материала я выпиливаю свободный край всегда. Даже, по-моему, в этом видео я покажу. И опять же на ней я использую эту базу от Jolly Finn. Как она называется, сейчас скажу, не помню. У меня замазано название этими блесточками. У меня аж все баночки в блесточках. И уже взяла другой цвет, потому что один уже из них закончился. Взяла розовый. Кстати, не зря, потому что мы будем делать дизайн, и вот этот цвет нам как раз пригодится, не придется делать какую-то дополнительную подложку, да, фон, вот. Все полигели от Jolly Finn прям рекомендую, они обалденной консистенции, не липнут никуда, мне прям очень нравится ими работать, и у Jolly Finn каждый понедельник у них там какие-то распродажи, и вот тогда я нахапала вот этих полигелей. И вот-вот-вот, мне кажется, где-то в мае, в июне они у меня закончатся. То, что я активно ими пользуюсь, и только ими. Все остальные полигели я забросила. Вот. И вот показываю, допустим, да, смотрите на мизинец, он идеальный, там уже все чистенько. Единственное, надо будет сделать опил торца, а сама поверхность, она просто идеально ровная. Поэтому даже полигелем, не даже, а полигелем можно выложить так, что опил практически не нужен. Если постараться, даже можно и без опила торца. Ну, просто это делает ноготочки более точным, естественно, опил. Поэтому вот я тут убираю почему-то пилочкой. Ну, так активно так убираю, так что, потому что я такая, ой, по-моему, я с длиной ошиблась. И вот мы убираем длину. Дизайн будет, как всегда, очень простенький. Она просила розочки. Но что-то пошло не так. Мы там нашли 1000 всяких розочек. И мне не нравится, как они смотрятся. Тут я показываю, как я выпиливаю из-под ноготка. Мне не нравится эта ступенька. И даже если ступеньки нету, я все равно прохожусь под ногтем фрезой, потому что там, ну, желтеет ноготок со временем. И все равно его подчищаю там, потому что это нереально сделать самому. Зо, о чем я там говорила, я не помню, что-то там утеряла я идею, чего я там говорила. А, про дизайн, да, что он будет тоже очень простенький. Хотела девушка у меня розочки, но из тех, что мы там перепробовали, много-много всяких разных, мне не нравился, как это смотрится. И все-таки перешли, остановились на кружевном такой рисуночке. Делать я слегка делаю опил, совсем чуть-чуть. Это нужно, ну, вот, чтобы придать просто форме четкости, да, и чтобы вы там не писали, что криво, вот. А вообще, в повседневной жизни вот этот, как сказать, перфекционизм маникюра, он совершенно не нужен. Вот серьезно, клиенты этого не замечают, а у мастера уходит больше времени. Я на этом не концентрирую внимание. Все мои девчонки довольны. Это только некоторые, как сказать, проходящие, даже не подписчики, что-то там возникают. А так все шикарно, да. Вот. И вот тут я делаю вот это, отпечатываю лаком для стемпинга, такой он черненький с блесточками. И им будут рядом будут дорисовывать, который лак со снежинками, с бульбочками. У меня есть такой же в тон, и в такой же в тон мы делаем остальные ноготочки, и в принципе усё. Ну, вообще быстро и очень даже интересненько получилось. Тут я решила добавить того же гель-лака в дизайн, сделать такую маленькую тоненькую полосочку. Ну, хотя, может, она не тоненькая, но полосочка, да? Вот. Эти птички, кому мешают, напишите, потому что мне птички, которые мне там пиликают, мне очень нравятся. И если что, там я вот в лесу, вот я птичек убрать не могу. Я вот озвучиваю в лесу. Красотень получилась, правда? На этом у меня все. Спасибо за просмотр. А мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. Да, и оставьте комментарий и подпишитесь на мой канал. Чус!